Добрый вечер еще раз. Я сейчас еще включу тогда плюс еще Ирину. Вечер. Просим извинения за... Как звук? Я слышу хорошо. Но где-то эхо отдаётся. Значит, надо будет выключать, наверное. Я сейчас одену наушники, одну минуточку. Хорошо, я слышу хорошо. Задайте вопрос слушателям. Es gibt jetzt eine Frage, ob es ganz gut zu hören ist. Bitte um die Antwort. Danke. Da kann man auch im Chat da reinschreiben. Последовал вопрос, что хорошо вас слышит. Ja, Анна-Мария. Ja. Да. Эхо какое-то есть. Копелюнг. Теперь говорят, что боль. Давайте тогда сделаем так. Что там написано? Эхо больше нет. Эмиль дал, да. Что эхо? Покажи, что есть эхо. Так, как мы тогда будем делать? Давайте попробуем. Начнем. Вы не можете отключить мой звук. Тогда вы не меня. Тогда я не слышу, мне же надо переводить. Так, давайте тогда пойдем. Дорогие друзья, добрый вечер еще раз. И тогда начнем. Вебинар. Или отключить у себя колонки. Сейчас я не могу отключить. Sehr geehrte Teilnehmer, wir begrüßen Sie ganz herzlich zu unserem Seminar. Как сейчас слышно? Хорошо, с моей стороны хорошо. То есть меня слышно, да? Разборчиво, да. Меня слышно, да? Вы меня сейчас слышите? Я слышу, да. Тогда давайте я у тебя выключаю. Тогда я не буду слышать. Сегодня мы с вами остановимся на технологии Skyway. Und heute wird über die Technologie Skyway erzählt. Ирина, может быть, вам надо одеть наушники. Да, сейчас. Я надеюсь, буду вас хорошо через наушники слышать. Я не слышу, о чем говорите. Я не знаю, как хорошо буду слышать, потому что я вас слышу разборчиво, но у меня вот громкость уже на всю включена, но поэтому слышу я вас немножко так приглушенно. С наушниками может быть еще хуже. Вот чего я боюсь. Сейчас Попробуйте что-нибудь сказать. Да, слышу. Добрый вечер. Теперь нет эхо. Спасибо. Да. Так, давайте я тогда чуть тише сделаю. Да, теперь я хорошо воспринимаю. Угу.
Вы у себя чуть-чуть звук сделайте тише на пульте наверху, там, где у вас микрофон насколько? Стоит. Видите, да? Зеленый. Сейчас. Теперь? Чуть еще тише. Чуть-чуть. Угу. Да, хорошо. Как теперь все остальные? Жанна, дайте нам знать. Хорошо. Стоят слышно. Три плюса. Да, спасибо. Все. Я прошу прощения за настройку, но ничего не поделаешь. Вот мы тут думали, угу. что все хорошо genau. Слышат, пока не было. И таким образом, давайте продолжим, друзья. Значит, мы имеем с вами дело с абсолютно уникальной технологией транспортной технологии транспортных систем mm-hmm. нового поколения. Das ist eine innovative, das ist eine moderne Technologie, Skyway Transport Technologie. Здесь практически обозначены те пункты, по которым мы сегодня mm-hmm. в той или иной степени пройдемся. Auf dem Slide sind alle Punkte aufgezählt, die wir gemeinsam durchgehen werden. Так. Анатолий Эдуардович или Анатолий Юницкий начал разработку этой технологии уже в 1977 году, mm-hmm. будучи еще студентом. Der Finder von dieser Skyway-Technologie, der heißt Anatoly Junitsky, und hat angefangen, diese Technologie zu entwickeln, als noch ein Student war. Весь этот период до сегодняшнего дня идет разработка, совершенствование технологии, но в основном самым интенсивным этот процесс стал, начиная с 2014 года, когда был разработан проект. Здесь пишут, что очень плохой прием и очень тихо. Тихо? Сделайте громче. Так, здесь сверху, да? На 100 я поставила. Так, не так сильно. 87. Чуть меньше, вот так. Mm-hmm. Herr oder die Frau Wagner, wie ist es jetzt? Ist der Empfang sehr schlecht oder muss ein bisschen lauter sein? Лучше, сказали лучше. Mm-hmm. Лучше, да, спасибо. И таким образом эта технология все время совершенствуется. Mm-hmm. Und diese Technologie, die wird immer ständig entwickelt und verbessert. Сегодня мы можем сказать, что имеется масса различных разработок на миллионы рублей. Кроме того, важно сказать то, что имеется 18 монографий, написанных mm-hmm. автором. Und heutzutage gibt es ganz viele Erfindungen und von hunderten Millionen. И 200 различных патентов и авторских. Von 100 Millionen Rubel und gibt's auch 18 wissenschaftliche Monographien und gibt's mehr als 200 wissenschaftliche Arbeiten. Таким образом, мы имеем дело с очень важным с важной технологией. И эта технология позволяет решать различные задачи, как на самом как транспорта, так и логистики в целом, распределяя и ее можно использовать для передачи различных и информации, и электричества, и других логистических решений для других логистических задач. В том числе и передвижение, в первую очередь передвижение человека. Also auf die Art und Weise haben wir jetzt ein sehr wichtiges Transportsystem, eine sehr wichtige Technologieentwicklung und diese Entwicklung, die erlaubt uns mehrere Aufgaben gleichzeitig zu lösen und durch diese Infrastruktur gibt es auch eine weitere Infrastruktur, die kann eingebunden werden und zwar Strom, Internet und die benötigten Leitungen, die können auch mit eingebaut werden. Und auch das ist wichtig für die Fahrgäste und auch für den Frachttransport. Почему для интернета? Дело в том, что это световые кабели, которые, в принципе, можно проводить параллельно со строительством транспортной системы. Und wieso Internetleitungen? Weil das besteht aus bestimmten Strahlen, Internetstrahlen, und die können auch parallel in diese Struktur eingebaut werden.
И это очень мощное решение, кроме транспортной задачи, еще и логистической задачи. Und das ist eine wichtige Entscheidung, auch eine wichtige Lösung. Es geht nicht nur um die Transportlösung, auch um eine Logistiklösung. Несомненно, эта технология, в первую очередь, мы видим здесь на слайде, она и экологична, она и безопасна, потому что она проходит над землей. Und diese Technologie ist sehr umweltfreundlich und die bietet auch eine hohe Sicherheit an, weil diese Technologie, die befindet sich über dem Boden. Причем скорости движения позволяют развивать до 500 км в час, если мы имеем дело с высокоскоростным транспортом. Die Geschwindigkeit, die kann sich bis zu 500 km pro Stunde entwickelt werden. И если мы имеем, и когда мы имеем дело с городским транспортом, это до 150 км в час развитие скорости возможно. При этом средняя скорость может быть, обычно расчетная скорость считается до 100 км в час. Wenn es sich um den Stadtverkehr, um den Stadttransport handelt, kann sich die Geschwindigkeit bis 150 km pro Stunde entwickelt werden. Und die durchschnittliche Hochgeschwindigkeit ist 100 km pro Stunde. Здесь прекрасно показаны как раз все основные виды транспортных систем или транспортов, о которых мы имеем речь. Здесь высокоскоростной транспорт до 500 км в час развивает свою скорость и распространяется трасса на 10 тысяч километров. Hier sind alle Transportarten aufgezeichnet momentan und es gibt auch High-Speed-Unibus-Transport und die Geschwindigkeit entwickelt sich bis zu 500 km pro Stunde. Скоростной региональный юнибус, это о том, что я уже сказал, 150 км в час, и здесь решает задачи внутри города и близлежащих регионов к городу до 200 км, до 200 км в районе. Bei dem Stadtregional Unibus entwickelt sich die Geschwindigkeit bis zu 150 км pro Stunde. Und die Anwendungsgebiete sind in der Stadt und auch im Nahverkehr. Und das kann bis zu 200 km entwickelt werden. Здесь изображена основная информация, которая дана о том, что это грузовой транспорт, который позволяет, опять-таки, над землей, без пересечения с другими транспортными магистралями, осуществлять перевозку грузов со скоростью 120 км. Auf diesem Bild ist der Frachttransport aufgezeichnet. Die Geschwindigkeit entwickelt sich bis zu 120 km pro Stunde. Und in diesem Fall, der befindet sich auch über dem Boden. Для наглядности приведу вам такой пример. Когда я вернулся с поездки в Прагу по Европе, где на дорогах кругом, скажем, одни только грузовые треки ездят, большие, так, ну, большегрузные машины. Als Beispiel möchte ich folgenden Sachverhalt nennen. Ich bin vor kurzem aus der Dienstreise aus Prag gekommen und da gibt es so große Trecks, so große LKW-Fahrzeuge. Я задал вопрос специалистам конструкторского бюро, которые работают как раз над системами грузовых. Und ich habe die Frage an die Fachleute gerichtet, die sich speziell mit diesen Frachtgebieten sich auseinandersetzen. Скажите, пожалуйста, сколько можно вот одновременно перевести груза на, ну, назовем это поездом или в одной связке? Und die Frage lautet, wie viel Fracht kann auch transportiert werden? То мне специалисты сказали, или здесь это изображено тоже, что это может быть 20 тысяч тонн. Видите, здесь 20 тысяч тонн. Die Kapazität von diesen Frachtgütern besteht, beträgt bis zu 20.000 Tonnen. Я быстро посчитал, что это практически 1000 большегрузных машин. Один большегрузный транспорт, он считается 20-тонный. Поэтому это 1000 автомашин будут сняты с дорог Европы, например, или Австралии. Und ich habe ganz schnell gerechnet, da sind 20 LKWs, weil pro LKW 1000 Tonnen.
И дальше в процессе, видите, Unibike – это как вид транспорта, и с другой стороны это средство для передвижения. Почему это средство передвижения, а не транспорт? Als nächsten sehen wir Unibike, das ist auch ein Transportart und auch das Mittel, das Transportmittel, das Bewegungsmittel. Und warum? Это более упрощенный, облегченный вариант Юнибуса, который позволяет, ну, скажем так, передвигаться человеку, средство для передвижения, и одновременно осуществлять какие-то другие задачи, познавательные, это туристические задачи, какие-то оздоровительные задачи. Das ist eine einfache Version, das Unibike im Vergleich zu Unibus, und das ist ein Transportmittel, was ermöglicht, sich ganz schnell zu bewegen, auch für die Fahrgäste, und auch dadurch werden andere Aufgaben gelöst, und zwar Sehenswürdigkeiten angeschaut, und das verfolgt auch für die touristischen Zwecke. И это подтверждает еще раз, как раз возникновение Unibike подтверждает процесс развития. Эта идея пришла в 2015 году, в мае месяце, применить и такой вид транспорта, и уже начиная с мая месяца, а сегодня мы в середине или во второй половине 2016 года, и этот вид транспорта тоже будет на Innotrans представлен, или этого вида средства передвижения. Das Unibike, das ist ein Zeichen für die Entwicklung, für die Fortschritte, weil diese Idee, die ist im Mai letzten Jahres geboren und jetzt schon im ersten Quartal 2016 wird dieses Transportmittel auf der Messe präsentiert. Значит, вот мы сейчас подошли с вами к самому основному. Какова же основная, ну что отличается и почему Skyway Transport или Skyway Technologie чем-то отличается от всего существующего в мире? Und jetzt sind wir zu einem Hauptpunkt gekommen und da stellen wir uns die Frage, wodurch unterscheidet sich die Skyway-Technologie? Здесь, друзья, очень важно отметить то, что практически, если проанализировать, нет ничего в этой технологии из, ну, такого особенно нового. Здесь применены уже существующие какие-то технологические решения, но они объединены в какие единое решение всей транспортной системы. Diese Technologie, die hat nichts Neues an sich. Das ist eine Ansammlung von schon Ideen, von existierenden Ideen und Entwicklungen. Что же себя представляет струнный транспорт? Mm-hmm. Или струнный рельс, скажем так, правильнее так сказать. На чем он ездит? Mm-hmm. Was ist die Seiten, die Stringschiene? Это есть пучок струн. Раз. Das ist ein Bündel von Seiten. Он закреплен специальным. Почему? Он закреплен специальным mm-hmm. креплением. Da wir sehen, da gibt es ein bestimmtes Befestigungselement zu diesem Bündel. Он находится в коробке этой трубе. Квадратной трубе или прямоугольной трубе. Das Befestigungselement befindet sich in einem viereckigen Gehäuse, которое заполняется в свою очередь специальным так называемым бетоном. Und das Gehäuse wird mit einem mit Spezialbeton aufgefüllt. И венчает всю эту конструкцию специально коронка, металлическая стальная коронка, по которой катится колесо. Und da oben drauf gibt's eine Stahlkopfschiene. Und auf dieser Stahlkopfschiene befindet sich das Rad. И вот здесь мы видим с вами на этом слайде, вот оно, это колесо. Hier sehen wir das Rad. Которое раз, два колеса, три, четыре колеса у одного вагона. Auf dieser Folie sehen wir auch hier vier Räder für das Unibus. Je nach dem Konzept.
Das ist ein Stützrad. Такая конструкция, и здесь мы имеем дело еще и с мотором, или так называемой конструкцией, это все вместе называется мотор-колесо. Diese Konstruktion, dieses Konzept heißt Motorrad. Таким образом, такая конструкция позволяет, опять-таки, что тут нового? Колесо, оно есть колесо, мотор, да, новый какой-то, не какой-то, а дальше мы будем говорить, это новая конструкция электромотора. Опорное колесо, опять-таки колесо, рельс. Und was hat dieses Konzept als was Besonderes oder Neues? Wir sehen hier nur das Rad, wir sehen hier einen Motor und wir sehen hier eine Schiene. Но технологии, с которыми она разрабатывается и собирается, она позволяет, во-первых, в 100 раз быть как бы безопаснее всех видов транспорта, которые существуют. Und diese Technologie, mit dieser Technologie, was für die Entwicklung und auch für die Anfertigung angeboten wird und auch verwendet wird, diese Technologie, die bietet eine Fahrsicherheit an. Und diese Fahrsicherheit wird sich um das Hundertfache erhöht. И это мотор-колесо, а так называемая опорная система, это еще раз, еще в 10 раз дает возможность усилить безопасность вот этого средства передвижения. Und das Stützsystem, die verbessert die Sicherheit sogar um 10-fache. И теперь мы как раз с вами видим здесь так называемую конструкцию, не вернее конструкцию, а основные элементы конструкции. Auf dieser Folie sehen wir die Hauptelemente des Motors. Das ist der Motor, имеющего ротор-статор систему, постоянный магнит. Das ist ein ständiges Magnetsystem und ein Rotor-Stator-System. Но главное здесь вот что то, что это несколько систем в одном. Das Wichtigste ist, dass verschiedene Systeme, die sind in einem. Эта система под электронным специальным блоком электронного управления позволяет разгонять скорость или разгоняться юнибусу, набирать скорость. Und diese System ermöglicht eine Geschwindigkeit sehr schnell zu bekommen. Управлять процессом движения. Das steuert den Bewegungsprozess. В процессе скорости движения, das да. Das steuert den Bewegungs... И осуществлять торможение за счет электромагнитного потока в этом... Und das Bremsen auch, das Bremsensystem, das wird durch diese elektromagnetischen Flüssen ermöglicht. И все в комплексе снижает очень сильно коэффициент полезного, то есть увеличивает коэффициент полезного действия такого мотора. Und alles zusammen in einem Komplex und auch mit diesem Rad wird die Effizienz dadurch erhöht. Здесь конструктора показали систему транспортных треков с боковой загрузкой. Und hier wird das Frachtsystem von diesen Frachttransporten angezeigt und die Ladung erfolgt seitens. Причем здесь показано на поддонах загрузка, но возможно и разрабатывается система, позволяющая модульно перегружать из существующих морских контейнеров, перегружать модули прямо вот в эти треки движения. Momentan wird das System entwickelt. Durch dieses System werden die Module aus dem Container direkt in diese Tracks geladen. Здесь сыпучие грузы представлены, как треки обеспечивают загрузка сыпучими грузами и разгрузка сыпучих грузов. Hier wird... позволяет. Здесь контейнерная или так конвейерная загрузка. Also davor war die Ladung von Schüttgütern gezeigt und jetzt wird vom Container die Ladung gezeigt. Конвейер. Конвейерная. Чтобы развить эти виды и внедрить эти виды в использование, разработанные, получившие определенные патенты и авторские свидетельства системы транспорта.
Damit das Transportsystem eingeführt wird, werden verschiedene auch. В 2014 году, в 2014 году был разработан бизнес-план и проект строительства Im Jahre 2014 wurde das Businessplan Ökotechnopark erstellt. Зачем он нужен? В первую очередь для того, чтобы сертифицировать и испытать уже в реальных условиях Wozu brauchen wir diesen Businessplan, dafür wir auch eine bestimmte Zertifizierung erhalten und auch unter den echten Bedingungen können wir auch alle Elemente von dem Transportsystem testen. Из чего он состоит? Это 36 гектаров das земли. Sind 36 Hektar von den Flächen. Здесь ведется строительство, завершается строительство городского испытания и сертификации городского транспорта 1200 метров. Здесь первая анкерная опора, здесь вторая анкерная опора и вся трасса между ними. Hier wird der Stadtverkehr auch getestet, und zwar das ist eine Trasse 1200 Kilometer. Но дальше уйдет еще и на 15 километров трасса скоростного. Und da gibt es auch eine Trasse für einen Hochgeschwindigkeits-Highspeed-Transport. Da sind die weiteren 15 Kilometer von der Strecke. Здесь мы имеем другой вид. Если здесь навесной вид транспорта, то есть вагоны ходят поверху, то здесь рядом строится в настоящий момент трасса, где осуществляться будет подвесной. То есть она будет как бы висеть на рельсе и ездить. Видно здесь, да, она будет подниматься на мачту на высокую и таким образом, видите, и таким образом будет передвигаться испытание именно и сертификация. Daneben wird eine Strecke gebaut, wo der Hängetransport getestet wird. И третий комплекс это испытание и сертификация именно грузовых транспортных систем. Und da wird der Frachttransport getestet und dementsprechend zertifiziert. И здесь хорошо показано, вот это навесной, то есть поверху идущий транспорт. Hier sehen wir einen Hochtransport. И это подвесной. Genau, und hier ist eine Hängebahn, ein Hängtransport, der hängt. И все это расположено в Мариной Горке. Здесь есть прямо даже так называемый эмблема этого места в Белоруссии. 62 километра от 62-65 километров от Минска в Белоруссии. Und das Ganze befindet sich in einem Ort, heißt Marina Gorka. Da ist ein Symbol aufgezeichnet. Und der Ort befindet sich 62 bis 65 Kilometer von Minsk, Hauptstadt von Weißrussland, entfernt. Теперь я вам хочу сообщить такую новость, что вы понимаете, что признание этого вида транспорта только по патентам практически невозможно. Да, патенты вроде бы экспертизу прошли, все хорошо. Любой вид транспорта, любое изобретение требует сертификации и проведения в реальных условиях испытаний. И для этого предназначен этот экотехнопарк, с одной стороны. Ich glaube, ihr versteht alle, dass einfach bei Patenten, die sind nicht ausreichend, damit das Projekt umgesetzt wird. Dafür braucht man eine Zertifizierung und zu diesem Zweck wird dieser Komplex auch aufgebaut, damit es getestet wird. Но, с другой стороны, это будет и одновременно презентационная площадка транспорта. Auf der anderen Seite ist das auch eine Präsentationsfläche für dieses Transport. Всех видов, и юнибусов, alle Transportarten, Unibuses. И только да. И только в таком случае как раз вот здесь фрагмент из решения
Министерство транспорта России. In diesem Fall gibt es auf dieser Folie einen Ausschnitt von dem Verkehrsministerium aus Russland. Es когда где было ну, выступлено и доложен как бы существо этого транспорта, этого вида транспорта. И здесь имеется заключение экспертной комиссии этого совета, где выступал Анатолий Юницкий. Und hier gibt es die Schlussfolgerung von diesen Expertenkommission, und zwar wo der Юницкий auch als Teilnehmer gewesen ist. Он выступал там и защищал эту технологию почти 7 часов перед там десятками высоких специалистов, академиков, ученых, транспортников. Der Юницкий hat diese System und diese Technologie hatte 7 Stunden präsentiert und auch aufgeklärt, und das war vor einer Reihe von verschiedenen Akademikern und Wissenschaftlern und von der auch Prüfungskommission. И заключение было, заключение, я просто скажу по-русски, а Ирина переведет, что признать технологию SkyWay инновационной, вот это первый пункт. Und die Schlussfolgerung war Punkt 2.1, dass diese Technologie wird als innovative Technologie anerkannt. И дать право разработать предложение для практического применения, как бы пилотного применения этой технологии на конкретном объекте. Es wird auch das Recht gewährt, damit dieses System als Testsystem, als Pilotsystem zuerst umgesetzt wird und getestet wird. И только вам я могу сказать по секрету, что такой объект уже почти что выбран. Ich kann euch auch gern sagen, dass dieses Objekt ist bereits ausgewählt. Это будет, по всей вероятности, один из участков надземной транспортной системы, так называемой кольцевой транспортной системы города Москва. Und der Komplex, der wird sich auch in Moskau bestehen, diese Fläche, die befindet sich da in der Stadt. Кольцевой, надземной. Was ich über dir hänge, über den Boden in Moskau auch befindet. Да. Так, дальше еще лучше. Мы сегодня можем вполне как бы сообщить вам, что эта транспортная технология нашла свое признание в Австралии. Но тем более она еще нашла и возможность пилотной разработки. Dieses System, die wurde weiter auch entwickelt in Australien, da hat weiter auch die Umsetzung bekommen, und auch da gibt es eine Möglichkeit für das Pilotprojekt. Бывший экс руководитель транспорта в Австралии, транспорта министерства в Австралии, Роб Кук. Genau, der ehemalige Leiter vom Verkehrsministerium in Australien, Роб Кук. Я просто приведу вам такой пример или факт, что впервые мне посчастливилось встретиться с Роб Куком в августе месяца прошлого года. Eine Tatsache ist, ich habe mich mit dem Herrn Роб Кук in Minsk getroffen. Это был август, месяц 2015 года. Das war im August 2015. Сегодня, в июле месяце 2016 года, имеется уже предложение и ведутся разработки проектов 13 миллионов по пилотного проекта по строительству трассы SkyWay в Фландерском университете. Und jetzt im Juli, genau, im Juli 2016 gibt es schon Vorschläge für die Pilotprojekte. Die Höhe ist 13 Millionen, und das Ganze befindet sich in der Universität.
О чем идет речь? Речь идет о трассе, которая пролегает от университета, Фландерского университета, там 25 тысяч студентов. Es handelt sich um eine Terrasse-Strecke und diese Strecke befindet sich in der Nähe, wo sich der Universität Flanders befindet. Da gibt es auch Studenten. Это 500 метров всего. Die Strecke ist 500 Meter. Если сейчас студенты добираются из университета в свой кампус, добираются почти 45 минут. Die Studenten brauchen von dem Bonheim zur Universität ungefähr 45 Minuten mit anderen Transportmitteln. Причем это требует значительных затрат. Das ist sehr aufwendig für die Studenten. То при строительстве этой трассы 500 метров она будет на высоте от 5 до 20 метров. Und wenn diese Strecke 500 Meter aufgebaut wird, и она пересекает на высоте. Почему так высоко? Потому что она пересекает большую магистраль и транспортную развязку вот этого Diese Strecke, die befindet sich auf der Höhe, weil das ist über der Strecke und über die Anbindung von anderen Strecken. Таким образом, этот проект нашел свое отражение и находит постоянно свое отражение в различных масс-медии, в газетах, изданиях Австралии. Über dieses Projekt wird in verschiedenen Medien auch angezeigt in Australien. И кроме того, сегодня можно сказать, что он как бы побудил к разработке. Сегодня ведутся конструкторские разработки документации в Белоруссии. Und das war ein Anstoß für die weiteren Entwicklungen momentan heutzutage. Das ist dann in Minsk. В ближайшее время будут они переданы австралийским специалистам, которые приезжали и знакомились со всем этим. Die Fachleuten aus Australien, die waren in Minsk und die haben das kennengelernt und die sind wegen для привязки к австралийским стандартам и так называемым, ну как бы стандартам и лицензиям, чтобы Die Fachleute aus Australien, die haben das in Minsk kennengelernt und jetzt müssen sie das an die eigenen heimischen Стандарты anpassen, лицензии und so weiter. Австралийские проектировщики собираются или запланировали так, чтобы на концу ноября месяца вся техническая документация строительства была бы готова по требованиям австралийских. Entwickler aus Australien, die bemühen sich und die versuchen das schon Ende November alle Unterlagen und alle rechtlichen Aspekten, die vorbereitet werden. Из декабря начинается строительство, которое должно закончиться в апреле месяце следующего года. Это как бы предварительные расчеты. Und ab Dezember fängt der Bau auf an und das muss dann Anfang nächsten Jahres schon beendet werden. Таким образом, различные, значит, вот эти все факты, о которых мы сейчас говорили, они говорят о том, что очень важно начинать с конкретными проектами. Но все это нереально, если бы не осуществлялись работы в экотехнопарке, о котором мы говорили с вами. Здесь это очень важно. И фактически появляется возможность, инвестируя сюда, мы инвестируем в технологии. Bevor das Ganze umgesetzt wird, ist es wichtig, dass in dem Ecotechnopark alles getestet und umgesetzt wird. Und das ist auch ein wichtiger Punkt. И кроме того, технология Skyway, она будет представлена, все идут уже работы, она будет представлена в Берлине на всемирной выставке Innotrans, Innotrans 2016. Которая будет проходить с 20 по 23 сентября в Берлине. Die Technologie, die Skyway-Technologie, die wird auf der Fachmesse präsentiert. Die Fachmesse fängt am 20. September an und bis einschließlich 23. September wird die laufen. Мы все можем там ознакомиться с
представленным, что там будет, но уже сейчас организаторы выставки проявляют очень большой интерес именно к технологии Skyway. Wir können auch alle auf der Fachmesse alle das System kennenlernen und die Organisatoren der Fachmesse, die momentan auch schenken mehr Aufmerksamkeit und die wollen auch das kennenlernen näher. Skyway Capital проводит 20, после, видите, 23-го заканчивается место, или так называемая die Fachmesse, выставка всемирная. Die Fachmesse beendet am 23. September. А 24 сентября все желающие могут, те, кто являются инвесторами Skyway Capital и RSV Systems, могут ознакомиться с результатами этой так называемой всемирной выставки, с результатами, с которыми прошла эту выставку Skyway Technologies. Am 24. September können alle die Ergebnisse der Fachmesse im Rahmen der Konferenz kennenlernen. Die Ergebnisse, die werden bekannt gegeben. С одной стороны, мы увидим и услышим от самого автора технологии его оценку всего этого мероприятия, как насколько успешно Skyway Technologies выступила на этом на этой всемирной выставке. Auf einer Seite bekommen wir das Ergebnis und die Einschätzung, wie das Skyway System hat sich präsentiert. А с другой стороны, мы также узнаем, как идут процессы в под Минском, в Мариной Горке, по строительству экотехнопарка, потому что это самый важный проект на сегодняшний день, от него зависит будущее. Und auf der anderen Seite erfahren wir, wie verläuft das Testprojekt in Marina Gorka, weil das ist jetzt ein wichtiger Punkt momentan. Я могу вам сказать, что очень много людей, чиновников государственного уровня. Я сам из Эстонии. Ich kann euch sagen, dass ganz viele Menschen und auch mit hohen Berufspositionen und genau, ich bin selber aus Estland. И в результате моего общения с со специалистами, ну, с канцлерами, вице-канцлером, который отвечает за развитие транспорта в министерстве Эстонии. Und ich habe auch eine Rücksprache mit Kanzler, mit Vizekanzler gesprochen. Vizekanzler war vom Verkehrsministerium aus Estland. После этого было принято решение, что не один человек, а три человека поедут знакомиться с вот с технологией Skyway на Инотрансе в Берлине. И это очень важно. Und eine... Еще раз говорит о том, насколько эта технология, насколько эта выставка и участие в этой выставке Und, danach war eine Entscheidung getroffen, dass drei Menschen gefahren auf die Fachmesse, damit sie das System besser kennenlernen. Und das zeigt noch... Это только на маленьком Und примере Эстонии. Und das zeigt nochmal да. anhand des Beispiels in Estland, dass die Teilnahme an der Fachmesse sehr wichtig ist. Таким образом, я бы сейчас и закончил все, что касается основных вопросов технологии, скажем, существа, содержания технологии Skyway, основных элементов. An dieser Stelle möchte ich diese Erläuterung von wichtigen Elementen von dieser Skyway-Technologie beenden. И перешел бы к таким аспектам, именно что дает или какие инвестиционные возможности дает эта технология нам. Und kommen zu den folgenden Aspekten, welche Investitionen werden da angeboten? Безусловно, можно утверждать сегодня, что это развивающая технология, и она очень, как бы, это инвестиция, если или когда принимает решение инвестор инвестировать в этот проект, то это очень, ну, профитабельная, или она очень эффективная экономическая. Das ist eine sehr profitable, das ist wirtschaftlich effiziente Investition.
она позволяет надеяться на достаточно существенные дивиденды после капитализации. Nach der Rentabilität gibt es auch eine Hoffnung, sehr hohe Dividenden zu bekommen. Она, естественно, является очень инновативной и имеет так называемый ноу-хау, которое никому не известно пока, кроме как автора. Die Technologie ist, hat ein sehr hohes Know-how und diese Technologie ist sehr innovativ und natürlich den anderen nicht bekannt. Nur der Autor kennt dieses System. И она очень перспективна в этом плане, что она для кооперации в дальнейшем, для строительства очень много потенциала во всем мире. Diese Technologie hat eine sehr gute Perspektive für die Kooperation und auch für den weltweiten Aufbau. Инвестиционный процесс построен таким образом, что мы имеем дело с так называемыми залоговыми акциями, за которыми стоят эта технология и все это ноу-хау. Der innovative Prozess ist so aufgebaut, dass wir uns mit dem Pfandschein, mit Pfandaktien beschäftigen. Здесь мы видим фрагмент из документа, где указан акционерный капитал 60 миллиардов, 130 миллионов и так далее акций. Одна акция стоимостью в 1 доллар. Hier wird der Aktienkapital über 60 Millionen angezeigt und eine Aktie äquivalent kostet 1 US-Dollar. Но дело в том, что это всего лишь небольшая доля. Весь потенциал этого ноу-хау 400 миллиардов. Эта оценка осуществлена английским судом Лондона. Das ist nur ein Teil. Экспертами, представленными судом. Экспертами das ist nur суда. Ein Teil davon. Der Gesamtwert von dem Projekt ist 400 Milliarden. И это выделено, организовано акционерное общество для залога этих акций под инвестиции. И это всего лишь только, как вы видите, 15% от всего так называемого потенциала. Это всего 15% от Gesamtwert, от Know-how-Wert, wie Sie sehen. Инвестор, инвестируя, получает соответствующий сертификат, который обозначает, что он начал инвестиционный процесс. В дальнейшем это преобразуется в сертификат при завершении процесса инвестиций, который говорит о том, что он внесен в реестр акционеров этого акционерного общества Eurasian Railway Systems Holding. Der Investor, hat investiert und danach bekommt ein Zertifikat. Und danach anschließend, nachdem das ganze Projekt umgesetzt wird, bekommt ein Zertifikat von Eurasian Railway Systems Holding. И это значит, что он внесен в международный реестр компании, которая имеет лицензию по содержанию этого реестра и имеет соответствующие акции. Das heißt, dass der Investor befindet sich in einem internationalen Register, der wird da eingetragen. Давайте посмотрим конкретный небольшой такой пример, как осуществляется. Допустим, инвестор инвестирует 200 долларов Skyway Capital через платформу, которая проводит эти инвестиции. Jetzt wird folgendes veranschaulicht, wo fließt meine Investitionshirn. Zum Beispiel, wir investieren 200 Dollar in Skyway Capital. И этот путь движения 200 долларов таков, что Skyway Capital через Global Transport Investment, это основной держатель всех 400 миллиардов долларов акций, 400 миллиардов долларов, проходит в экотехнопарк, а строительством занимается компания, которая обозначена здесь, ЗАО, струнные технологии. Das Global Transport Investment hält 400 миллиарды долларов,
Und diese 200 Dolt, die gehen über diesen Weg und die werden dann in diesen Ökotechnopark investiert für den Aufbau. И контролирует процесс инвестирования через эту площадку Und инвестиционную. der Investitionsprozess wird dadurch kontrolliert. Экотехнопарк, он имеет свой проект бизнес-плана, не проект, а бизнес-план проекта, правильнее сказать Der так. Ökotechnopark hat das eigene Projekt und Businessplan. И различные разрешительные документы. Это разрешение на строительство. Baugenehmigung. И так далее. И другие документы, которые Und там weitere присутствуют. Unterlagen. Und weitere Много Unterlagen, документов. die dafür benötigt werden. Предположим, что значит, инвестор пожелает проинвестировать те же самые 200 долларов. Так, то этот процесс идет таким образом, что человек принимает решение, он получает гарантию от Unitsky Corporation в виде залоговых акций. Angenommen, der Investor hat 200 Dollar jetzt investiert und von dem Garantiegeber Unitsky Corporation bekommt er diese Pfandschein, Pfandaktien. Инвестором, но он становится акционером, приняв решение, что он воспользуется этим залогом. Und dadurch wird der Investor als Aktionär. Таким образом, он проходит следующий путь. Он инвестирует 200 долларов, имея, это как пример, имея дисконт 1 к 100, то есть на 1 доллар инвестиции 100 долларов акций, на 100 долларов Zum Beispiel, hier ist ein Beispiel 1 zu 100, das heißt, 1 Dollar entspricht 100 Aktien. In diesem Beispiel werden nochmal 200 Dollar investiert. И получается у него возможность, и он воспользуется этим, становится акционером, владеющим 20 тысячами акций. Der Investor bekommt 20.000 Aktien. Он не ожидает 3-5 лет, чтобы как бы получить обратно эти деньги, а он принимает решение, что он инвестируя, и тут же он становится, он берет этот залог себе и говорит, что мне это так надежней, я становлюсь акционером. Es gibt keine Wartezeiten in Höhe von 3 oder 5 Jahren für die Rücknahmen. Der bekommt diese Pfandscheine in Höhe von 20.000 und stellt für sich fest, dass ein Aktionär wird. И что это значит? Это значит, что фактически он становится, инвестируя 200 долларов, он становится владельцем пакета акций, инвестиции в 20 Was bedeutet долларов, das im Grunde genommen? Der Investor investiert 200 Dollar und wird dadurch ein Aktionär mit 20.000 Aktien, Aktien im Wert von 20.000. Этот пример показывает, что если бы он покупал бы эти акции, то тогда бы 200 долларов он заплатил, купил 20 тысяч акций. Разница дельта 19 800. В данном случае такой разницы нет. Поскольку он пользуется залогом, то это является величиной его инвестиции. Das Beispiel veranschaulicht nochmal, wenn 200 Dollar investiert und hätte 20.000 auch bekommen, dann hätte eine Delta in Höhe von 19.800 Dollar bekommen. In diesem Fall hat kein Delta, weil bekommt die Пфандшайны, пфандакция, цюрюк. Значит, впоследствии можете еще задать вопросы, но я здесь хочу сразу показать вам, что, а какие возможности у инвестора есть. Anschließend könnte ihr Fragen, eure Fragen stellen. Momentan möchte ich noch verschiedene Pakete aufzählen, aufzeichnen. В данном случае Skyway Capital, видите, вот эта компания, да, принимающая инвестиции,
через GTI, направляющих их конкретно в Skyway Capital in diesem Fall bekommt Investitionen und diese Investitionen fließen in das Hauptunternehmen und dann in Ökotechnopark. Предлагает различные пакеты, например, es werden verschiedene Pakete angeboten, zum Beispiel ein Babypaket. Человек платит, начинает платить или не платить, а инвестирует $65 в течение 9 месяцев. Der Mensch investiert $65 innerhalb von 9 Monaten. Да? Таким образом, он получает определенное количество, здесь вы видите наверху, акций для будущего ребенка. То есть для не для будущего, а для ребенка, который есть сегодня. Ему может быть вообще один день или 17 лет. Это все равно ребенок. И он может как бы это сделать, купив для этого ребенка эти акции. И ребенок становится, не купив, а инвестировав, и таким образом приобретя для него эти акции в будущем, которые будут принадлежать ему уже сегодня. Der Investor zahlt $65 und bekommt dafür Aktien in Höhe von 100.035. Da sehen wir diesen Wert da oben aufgezeichnet. Und dann werden diese Aktien für sein Kind verwendet. Das Kind kann ein Tag sein oder 17 Jahre, das spielt keine Rolle. Мы видим здесь, что фактически дополнительно он получает значительное количество акций за эту, как бы, за то, что он как бы такой благотворительный или хороший действие осуществляет, инвестирует в пользу ребенка и получает дополнительные бонусы. В целом этот процесс позволяет получить интерес, то есть вся инвестиция 1 к 231, то есть дисконт 231 обеспечивает, если вы посмотрите, разберетесь, то он обеспечит 231 дисконт в конечном итоге. Это инвестиция. Also und der Investor bekommt zusätzliche Aktien. Das wird als Bonus bezeichnet dafür, dass er diese Aktien für sein Kind bekommt oder investiert. Und wenn man sich damit näher auseinandersetzt, dann kommen wir zum Schlussfolgerung, es handelt sich um einen Diskont 1 zu 231. Das könnt ihr dann selber ausrechnen. Daneben wird ein Paket Student angezeigt, wie der Name sagt. Wie das für die Studenten angeboten? Здесь сумма платежа несколько больше, те же самые месяцы, но дисконт еще лучше. 250. Gleiche Anzahl von Monaten, die Investition ist ein bisschen höher und dadurch das Diskonto wird auch höher. Если мы сравним, то есть возможности приобретения стартовых пакетов, старт, сеньор и так далее, где у нас дисконты здесь обозначены. Es gibt auch folgende Pakete, Start, Senior und die weiteren. Die Diskonten, die werden da aufgezeichnet, da oben. Они позволяют выбрать свою инвестиционную программу в зависимости от того, сколько человек способен и заинтересован инвестировать в эту технологию, но наряду с этим, выбрав пакет, он начинает строить свою стратегию инвестирования. Es werden verschiedene Investitionsstrategien aufgezeigt und jeder wählt für sich das geeignete Paket aus und natürlich dadurch wird auch dann eine Entscheidung getroffen. Wie sieht meine eigene Investitionsstrategie aus? Но одновременно эта стратегия инвестиций. Und gleichzeitig. Или будущее своих детей. Das ist die Investitionsstrategie für meine Zukunft oder für die Zukunft meiner Kinder.
И это так называемое создание пассивного und дохода. Das ist ein passives Einkommen. Базы das ist die Basis, дохода. Das Fundament für das passive Einkommen. Я здесь показал дисконты для того, чтобы лучше было бы анализировать. Есть возможность более большими суммами инвестировать. Дисконты идут по нарастающей. Это все зависит от того, какой пакет человек выбирает и таким образом выстраивает свою стратегию инвестирования. Die Diskonten, die werden da aufgezeigt und es gibt auch natürlich Möglichkeiten, mehr Geld zu investieren, aber die wichtigsten, die sind hier aufgezeigt. Есть еще пакеты на транс, где можно инвестировать тысячу, 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 получить определенные бонусы. Es gibt auch noch Innotrans-Aktienpaketen. Man kann hier 1000, 1000, nochmal 1000 weiter investieren. Genau, und dann bekommt. С каждой, выбрав этот пакет, у человека есть возможность сразу остановиться здесь, заплатить 1000. Получить дисконт 235 и остановиться здесь. Но если он решит идти дальше, я сейчас расскажу все. Если он решит идти дальше, то он на следующем шаге инвестирует еще 1000, но тогда уже он получает 270 тысяч акций. То есть дисконт 270. И так далее. Вы видите, да? Die Logik ist die folgende. Wenn man dieses Paket Innotrans auswählt, man investiert 1000 Dollar. Dafür bekommt man das Diskonto 235. Und wenn man sich entscheidet, weiter zu investieren und für die weiteren 1000 Dollar bekommt man 270 Diskonto. Da ist die Logik. И, да, я вам могу сказать, что все, кто выбрали пакеты на транс, они получают еще дополнительный бонус. Это оплачивается им билет на выставку и на конференцию. Und ich möchte euch sagen, dass diejenigen, die das Aktienpaket Innotrans gekauft haben, die haben als Bonus auch das Eintrittsticket zur Fachmesse bekommen und auch zu der Konferenz. И в своем личном кабинете инвестор может там ознакомиться с этими как бы преференциями, которые он получает от какого-то, от одного или от второго, и конкретно от этого Und, пакета. In dem persönlichen Kabinett kann man auch da mehrere Informationen finden und näher sich mit der Infomaterial auseinandersetzen. Здесь есть и другие возможности. Не буду сейчас в них даваться более подробно. Приведена таблица, вы можете с ней ознакомиться, с этим материалом, да, где есть именно возможности для инвестирования и для анализа своих инвестиций. Gibt es auch weitere Möglichkeiten? Hier wird die Gesamtübersicht aufgezeigt. Man kann sich näher damit auseinandersetzen und ausführlicher werde ich nicht drauf eingehen. Я поставил этот материал сюда. Если кто умеет, можно отсюда скачать, если вы знаете, в левой, в правой стороне этот материал, чтобы им можно было бы пользоваться. Diese Präsentation, dieses Infomaterial steht zum herunterladen zur Verfügung. Da gibt es so ein Symbol rechts. Что, если у кого возникнут проблемы, вы можете обратиться к Жанне, и она вам поможет получить этот материал именно отсюда, скачать. Wenn jemand Schwierigkeiten, technische Schwierigkeiten hat, die Präsentation runterzuladen, gerne kann man sich an die Frau, an die Жанна Джентилини kann sich wenden. Теперь я бы остановился очень быстро, еще наше время уже подходит к концу, но поскольку мы с вами вначале некорректно начали, запоздав на определенное время,
то здесь еще у меня остается немножко времени, я вам расскажу именно логику, где мы находимся и как развивается процесс. Смотрите, проект Экотехнопарка. Anschließend möchte ich kurz auf die folgenden Etappen eingehen. Он был начат в 2014 году. Das Projekt hat im Jahre 2014 angefangen. Das Projekt Ökotechnopark. Инвестиции идут все в Ökotechnopark, который. Alle Investitionen, die gehen in dieses Projekt Ökotechnopark, die heute erwähnt wurden. Проектная стоимость строительства экотехнопарка 300 миллионов долларов. Das Projekt kostet 300 Millionen Dollar. Которые должны вот в этот период быть проинвестированы. Что значит 2014 год, чем отличается от 2000, или вернее 2017 год, чем отличается от 2014 года? Что за этот период Und dieses, dieses Projekt muss in diesem Zeitraum durchinvestiert werden und wodurch unterscheidet sich das Jahr 2007 vom Jahr 2015 oder 2014? В 2014-2015 год осуществлялось проектирование и подготовка всех документаций для начала строительства и начала In den Jahren 2014-2015 hat man sich mit der Vorbereitung von allen Unterlagen beschäftigt, die für die Baugenehmigung benötigt werden. 2016 год строительство и начало сертификации. Im Jahre 2016 hat der Aufbau bekommen und der Anfang für die Zertifizierung. 2017 год сдача в эксплуатацию экотехнопарка и, скажем, завершение или вернее развитие и сертификация этой Und im Jahre 2017 soll auch die Zertifizierung erhalten werden. Die Technologie muss schon umgesetzt werden und das Projekt Ökotechnopark muss komplett auch beendet. Dieses die Testphase muss komplett beendet werden. Весь этот период или все от 2014 до 2017 года по бизнес-плану разбит был на 15 этапов. Der ganze Zeitraum wurde in 15 Entwicklungsphasen aufgeteilt. И сегодня мы находимся на седьмой фазе или на седьмом этапе 2016 Und heute befinden wir uns in der siebten Phase. Седьмой этап предполагает как бы выдачи в залог 7 миллиардов долларов акций на 7 миллиардов долларов. Siebte Phase bedeutet Pfandaktien, dass die Pfandaktien mit dem Gesamtwert von 7 Milliarden Dollar ausgegeben werden. И рассчитаны дисконты от 1 к 36. Und die Diskonten, die wurden ausgerechnet 1 zu 36 und 1 zu 400. Это позволяет планировать или было спланировано, что на седьмом этапе инвестиций привлечь надо 15 миллионов долларов. Und es wurde geplant, dass in der siebten Phase muss man Investitionen in Höhe von 15 Milliarden Dollar reinschütteln. И здесь мы видим, понятно, да? И здесь мы видим, что седьмая, восьмой этап, на восьмом этапе будет 7 миллиардов 500 тысяч долларов акций в залог выдано для привлечения инвестиций. Здесь уже дисконты будут меньше, если здесь 1,150, здесь 1,125, если здесь 1,400, здесь 1,300. Man braucht in der Phase, in der achten Phase 7 Milliarden 500 Millionen Dollar als Investitionen und diese Aktien braucht man mit einem Diskonto von 1 zu 1, 125 bis 1 zu 300.
Здесь предположено привлечь 15 миллионов долларов инвестиций под залог этих акций, то здесь уже 20 миллионов долларов под залог. In der siebten Phase waren das 15 Millionen Dollar und in der achten Phase sind das 20 Millionen als Pfandscheine. Таким образом, дорогие друзья, эти деньги инвестируются в строительство анкерных опор или это станция, анкерная станция из железобетона. Und diese Investitionen, die werden für den Aufbau von dem Stahlbeton, von Stützanker benötigt. Вот она построена на какой-то фазе, это июня месяца 2016 года она была такая. Сейчас уже она заполнена здесь землей, как мы видим. Im Juni 2016 war das aufgebaut und jetzt wird das mit der Erde aufgefüllt. Это промежуточные опоры, это анкерные опоры, это промежуточные опоры. Da sind вот Zwischenschützen, so sehen die aus. И с другого конца этой трассы экотехнопарка, помните, да, я вам показывал экотехнопарк, что вы представляли. Der Ökotechnopark wird jetzt gerade gezeigt und diese Stützen, die befinden sich, eine befindet sich hier. Первая здесь, анкерная опора, вторая здесь. Die zweite da. Вот они здесь, эти анкерные опоры. Вот, и она будет выглядеть так, но сейчас... Стадия тоже, она завершается, она уже больше, чем здесь показано в июне месяце 2016 года. Здесь уже она выстроена. Und die ist schon bereits aufgebaut. Сегодня мы не будем с вами разбираться, значит, что тут, какие новости у нас там есть. Здесь есть новости, они касаются различных... Hier sind die letzten Nachrichten aufgeführt nochmal, aber ganz detailliert werde ich auf die Nachrichten nicht eingehen. Verschiedene Besprechungen, Teilnahme an den verschiedenen Maßnahmen, Aufbau von anderen Objekten. И важно то, что у нас здесь с вами сейчас есть возможность задать вопросы, а я на них отвечу. Und momentan anschließend gibt's eine Fragerunde. Bitte stellt ihr eure Fragen. Так, вопросы. Dein Chat. Есть там у нас вопросы? У нас прошлые вопросы или сегодняшние? Жанна, как там у нас? Vielleicht, falls jemand die Fragen hat, könnt ihr auch die Fragen im Chat da reinschreiben. Пока никто не пишет. Пока никто не пишет, не вижу я. В чате, да. Нет вопросов. То, что... Так. Ну, если нету вопросов, дорогие друзья, то что ж, ничего не поделаешь. Я благодарю вас за внимание. Und, ага, da gibt's общие. Ага. Okay. Вопрос следующий. Wo bzw. kann ich das herunterladen? Где и каким образом презентацию можно скачать? Жанна покажет, здесь есть материал, она вам поможет ее скачать, если вы не видите сейчас. В принципе, здесь наверху есть возможность такая ресурс открыть, и тогда люди могут скачивать. У вас не видно сейчас? Momentan vielleicht sehen Sie das nicht. Da oben gibt es eine Möglichkeit, dieses Infomaterial herunterzuladen, aber Sie können sich gerne an die Frau Жанна Джентилини wenden und die gibt gleich jetzt den Link. Вот она уже ответила там. Она поможет это сделать.
Wann wird in etwa die nächste Preiserhöhung kommen? Вопрос заключается в том, когда будет следующее повышение цен. Повышение цен или вы имеете в виду смену дисконта? Что стоит повышение цены? Ну, это в принципе одно и то же. Мы не продаем, не дисконта, вернее, да. Вы понимаете правильно, что это не продажа. Да, скорее всего, это дисконт, это так называемая, ну, скажем, залоговая стоимость или разница в том, сколько я инвестирую и какой залог я получаю. Вы знаете, это оно произойдет с восьмым этапом. Я сейчас расскажу, а вы тогда переведите. С восьмым этапом. Восьмой этап предполагает, вы видели, там было у нас, смотрите, было сказано, что фактически это июнь-июль, да? Июнь без июля. Но вопрос в том, что сегодня мы уже в июле находимся, и зависит это от того, как я сказал, что залог сдается 7 миллиардов акций, но должно быть набрано, инвестировано 15 миллионов долларов. Пока еще есть резерв, дорогие друзья, и я сегодня могу вам спрогнозировать, что этот процесс будет еще и в августе, и скорее всего до Иннотранс он продлится. Хотя переговоры о больших инвестициях ведутся. Поэтому я позволю себе сегодня спрогнозировать, что до сентября месяца мы будем иметь еще возможность пользоваться теми инвестиционными условиями, о которых я сегодня говорил вам. Also, es ist geplant, so eine Erhöhung in der achten Phase durchzuführen. Wenn wir jetzt sehen, dass es hier steht Juli, und auch, aber wir befinden uns jetzt schon im Juli. Und für die achte Phase braucht man 20 Millionen US-Dollar als Investitionen. Und das ist noch nicht erreicht. Deswegen, ich nehme an, dass wir diese Zeit mit den heutigen Diskonten bis September noch haben. Следующий вопрос был, сколько было до сих пор инвестировано? До сих пор инвестирована всего сумма? Ну да, сколько всего? Вся сумма. Ну, инвестирована по различным, значит, где-то порядка в седьмом этапе половина. Половина суммы, меньше половины еще инвестирована. Die Frage war, wie viel wurde bisher investiert? Die Antwort war, für die Phase 7, die Hälfte des genannten Betrags. В целом можно сказать, что проект не доинвестирован. Im Ganzen kann man sagen, dass das Projekt nicht komplett, nicht vollständig investiert ist. Хотя работы, большинство работ ведутся по графику. Obwohl alle Arbeiten sind rechtzeitig durchgeführt. И вопрос в том, что ваш вопрос меня сейчас натолкнул на то, что на одной из ближайших вебинаров мы немножко поговорим с вами о содержании инвестиций. На что они идут все эти инвестиции? Einige Webinare durchgeführt werden. Es wird da besprochen, aus welchen Bestandteilen, aus was bestehen die Investitionen. Gibt es noch Fragen? Да, думаю, что уже, наверное, все. Спасибо всем участникам. Vielen Dank für Ihre Teilnahme, für Ihre Aufmerksamkeit und ich hoffe, dass wir sehen uns bald. Alles Gute an Sie und auch an die Familien. Wiederschauen. До встречи.